Отправляясь на пешую прогулку по лесу, важно знать, как не потеряться. Одни, как правило, ориентируются по компасу, другие делают по пути пометки. Впрочем, немало и тех, кто уверен, что сможет выбраться благодаря интуиции. И, как показывает практика, людей из последней категории чаще всего приходится искать в лесном массиве. Потеряться на лесном перекрестке достаточно просто. Но теперь грибникам, чтобы выйти из леса, не надо искать мох на деревьях и определять, где север. Достаточно посмотреть вот на такую лавку. А тут все как в сказке. Налево пойдешь — в Воскресеновке окажешься. Направо пойдешь — в Большую Валяевку попадешь. Правда, вот третьего традиционного направления нет, поэтому выбор становится еще проще. Оборудованное место для отдыха прямо посреди леса встретишь нечасто. Лавочки-навигаторы мастерят местные лесники. Часто бывают такие случаи, что выходят люди и спрашивают, куда идти. Совершенно закружились и не знают, куда идти. А это, пожалуйста, посмотрел-то, дорога идет на такое-то село. Все, пожалуйста, иди. Были случаи, да, искали пропавших людей в лесу. Находили под вечер, там находили уже. В скором времени такие лавочки-навигаторы появятся в нашей области повсеместно. Это инициатива регионального Минлесхоза. Их установят на излюбленных тропинках грибников. Нужно найти хотя бы квартальный столб и сказать в экстренную службу цифру, которая написана на этом столбе. После этого возможно будет этого человека найти. А здесь уже есть направление, куда идти, поэтому... Я думаю, не составит труда любому грибнику хотя бы знать направление, куда выходить. В ближайший месяц, как заверяют специалисты Минлесхоза, в лесах Пензенской области появится больше полусотни таких лавочек-навигаторов.